Мне очень нравилась манера, по-моему, ее изобрел Сергей Леонидович Доренко, когда я еще на русской службе новостей, я радио просто слушаю, все разговорные в основном. Он при какой-то новости у слушателей в эфире спрашивал, а кто у нас по этой сфере? И быстро вызванивалось какой-то специалист, и получилось очень объемно и круто, очень точечно попадал эксперт и так далее. Но сейчас он это растерял, потому что вот в конфликте Дидье Мурани и Киркорова он так и не понял, что неплохо было бы дозвониться до того человека, кто хорошо знаком с Игорем Труновым. А тот, кто с ним знаком, тот всю эту историю бы распутал. Не буду говорить дальше.